Мифтахиддин Акмулла был живой загадкой для своих современников и стал тайной для потомков. Он говорил о себе мало и с неохотой, словно сознательно уходя в тень и оставляя читателей один на один с поэзией. Он жил, как писал, с упоением и полной самоотдачей, и остался жить в стихах. Какие мужи проходили, жемчужины сея стихов, открыты пути их деяний, свершений и слов. Ценнейшие труды, оставленные ими, то россыпь мудрости под сенью тонких стров. Ничто не предвещало взлета. Мифтахиддин, сын Камалиддина, родился в обычной башкирской семье, происходящей из племени Мин. Отец – сельский мулла, дед – Мухтасиб. Будущий поэт – один из 16 детей. Мать умирает молодой, а мачеха его не любит. Чтобы выбиться в люди, надо было или воевать, или учиться. И Мифтахиддин учится. Сперва в соседних деревнях, потом в знаменитом Стерлибаше. Там его воспитывает величайший суфийский поэт Башкортостана Шамс ад-Дин Заки. Их встреча решает судьбу башкирской культуры. Соединяются блестящий интеллект учителя и страстный талант ученика. Ослепительные духовные прозрения и трезвый взгляд на мир. Книжная поэзия и народное творчество. Соединяются, чтобы породить гения. И кто бы ни родился на земле, итог учителя в его ученике. Учение длится долгих 13 лет. Мифтахиддин достигает совершенства в науках и определенного мастерства в стихосложении. Он может служить имамом и возвращается в родной аул. Дома ему не рады. После ссоры с отцом поэт берет его телегу и рабочую лошадь и уезжает. Уезжает от семьи, которая стала чужой, от полицейского государства, которое не позволяет без письменного разрешения выйти за околицу. Он открыто бросает вызов этой системе и выходит из нее. Пусть в дорогом краю душа твоя прибудет, и сердце пусть влечет к ученым людям. Но соловью среди воронов не место, где бестолочи знать, о чем мужчины судят. Чудом не схваченный, Мифтахиддин, сын Камалиддина, добирается до Оренбурга и через башкирское Зауралье уезжает в Казахстан. В начале 60-х годов позапрошлого века там еще тлеет дух народной свободы, там проводят еины, там сказатели соревнуются в острословии. Молодой башкир вступает с ними в поэтическую схватку и побеждает. Но он не только поэт. Большую часть времени он занят обучением детей, бесплатно. Любит он и ремесло, секреты которого также передает подросткам. Казахи боготворят этого человека и дают ему новое имя Акмулла – белый, честный, чистый мулла. Многократный привет от муллы, что в дороге всегда. От муллы, говорящего правду народу всегда. Всей степи посылаем мы этот привет от муллы, что от вражьих наветов свободен всегда. И там, в степи, Акмулла совершает, казалось бы, невозможное. Он соединяет книжный язык, прежде наполненный арабскими и персидскими словами, с живой и образной народной речью. Он первым начинает писать так же, как думает. И в книге врываются бурлящие потоки жизни. Так рождается современная национальная поэзия. И этим языком Акмулла призывает к вере и нравственной жизни, просвещению и внутренней твердости. В эпоху перемен он напоминает о вечных ориентирах, бичует пороки и глупость, зовет к свету. Чем похвалится правитель? Зло играет, он поет. Что хорошего в джигите, над страною вражий гнет. В 1867 году Акмуллу арестовывают по доносу. 4 года тянется следствие и суд.
друзья вносят гигантский залог 1000 рублей, собранные всем миром, и освобождают поэта. Он едет в Петербург за правдой и добивается честного приговора. Оправданный возвращается в степь и продолжает учить башкирских и казахских детей. Позднее знакомится с шейхом Зайнулой Расулевым и становится его учеником и другом. Слава растет. Выходит книга. Но по пути из Уфы в Троицк происходит трагедия. 8 октября 1895 года в местечке Сырастан, недалеко от города Миасса, Акмулла был убит. Преступление было заказным, но даже 2 кинжала не в силах перерезать память. Бренный мир есть извилистый путь и кривой. Пусть извилист, пусть крив, путник встал на него. Из-за тягот пути не сдавайся, иди, и надежды себя не лишай самого.